Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space 2, мы находимся на Ишимуре. В предыдущей серии мы пришли сюда, поностальгировали, а потом нам начали стучать здоровяки, огромные-огромные твари. Помните таких? Две здоровых лапы спереди, две маленьких сзади. Так вот, пробираемся дальше, нам надо включить центрифугу. И меня это, надо сказать, совсем не радует. И тем не менее, у нас прокачанный костюм, прокачанная пушка. Поэтому, несмотря на сложности, справимся. Research summary organic material analysis. There are several shocking findings relating to the sludge-like material found throughout the Ishimura. First, it is human DNA. Second, and far more disturbing, it reanimates in the presence of a marker signal. The only conclusion we can come to is that the entire Ishimura crew was infected and reconstructed and then fell into a soupy DNA sludge when the Aegis 7 marker was destroyed. Ага, вот как оно, да, действует. Мертвая плоть оживает под воздействием обелиска. А как же она оживает, если он против нее как бы противостоит ей? Является сдерживающим фактором. Странно, надо будет поразмыслить. Пока что меня волнует только как выжить. Ой, плохое место. Здесь все места плохие так-то. Ой, это же та самая комната. Комната обеззараживания. Тут же столько перл этих тварей. Так, ну ладно. Тут дверь поставили. Прекрасно помню Ишимуру после прохождения первой части. Прям наизусть. Знаю, что тут да как уже. Как будто тут каждый день бываю. Так, сколько у меня? Два силовых узла. Ну, не знаю. Качать уже, в принципе, особо нечего. Икс у нас прокачан полностью. Импульсная винтовка тоже. Сейчас можно ставить с модуль, мне вообще не пригождается. Плазменный резак, либо детонатор. Я думал, вот так вот. Давайте это качать. Потихоньку, помаленьку, я не уверен, что мы его до окончания игры прокачаем. Но, тем не менее, сделаем получше, потому что он нам довольно сильно помогал неоднократно уже. Кстати говоря. Сейчас же полезут, наверное, конечно. Так, приготовились. И что, и все? Ну ладно. Нашим легче. Я уж приготовился к бою насмерть. Ну что ж, повезло. Но они где-то рядом. Не расслабляться. Тихо. Ой, с двух сторон.
Ой-ой-ой, это че... О! О! Тихо, ребята. Это же тоже какой-то человек был, да? По зубам посмотрите. Только по зубам и можно определить. Какая страшная херь. Ладно. Так, мне сюда, да? Понятное дело, что иду я сюда. Как я мог, а? Это плохо. Ох, сколько их полезло с него. Как я мог? Экий конфуз. Блин, ты посмотри, хорошо, они меня покушали. Я думаю, что там чавкает. Так, ну, я не уверен, стоило ли оно того. Проблемс. Так, ну и все, да? По-моему, не знаю, не уверен. Кто там? А! О! Откуда ты-то взялся, мать твою? Блин, а. Ну, откуда ты взялся? Респаун за спиной. Что за... Скоты, а. Ненавижу разработчиков этой игры. Ну и ты, конечно же, встала именно так, как нужно, в самую полезную позицию. Что ж с вами не так-то? Дайте! Бошку оторвало. Она ему, я смотрю, больно-то и не нужна. Ой, блин, да что ж ты... Я отпустил кнопку, мне геймпад меня убьет, отлично. У него уже давно левый триггер заедает, но в этот раз это было просто... Ой. Левый триггер — это прицел. Я его отпустил, но он не отпустился. Я хотел его растоптать, вот так. А, спасибо тебе, спасибо, геймпад. Я потратил последние патроны. Да твою мать, а откуда вы беретесь?
Что ж с вами все не так, а? Так, у нас проблема, у нас нет патронов вообще. А, спасибо за стазис, он мне не нужен. Я как-то могу сейчас вернуться, патроны купить, нет? Я далеко вообще нахожусь от того места. А, ну в этой же части карты нет. Ты посмотри, а. Фу, ладно. Там еще кто-то идет, по-моему. Да что ж с вами. О! Скотина, ну. Так, все, у нас нет патронов. Вообще. Вообще по нулям. Что это значит? Кто скажет? Это значит, что нам хана. Сейчас посмотрим, если здесь нет магазина, придется возвращаться. Ну, сохранимся, конечно, раздают, почему бы и нет. Но вообще нет, тут центрифуга. И все, дорогой. Нет, не хочет. Давайте по-быстрому побежали за патронами. Шансов у нас вообще по нулям. Так, хорошо. Блин, далековато, по-моему, нет патрона, я не помню. Кто там морвет, а? Ага, а вот раз обеззараживания не было. Обеззараживание. Что-то у меня, блин, язык туго ворочается. Так, да, вот сейчас мы туда и придем, куда нам нужно. Или нет? Фу, ну вот засада, блин. Еще я потратил эти подствольники. Это просто капец. Выносят меня, просто выносят. Без обновлений. Вроде все нормально. Давайте мусор всякий продадим. Ага, продавать-то нечего вообще. Вот так примерно. Мы пока таким макаром накопим себе на... Тихо. Пока накопим на новый костюм, мы уже еще новее откроем, похоже. Так, ну ладно, по крайней мере, теперь я смогу отбиться, потому что это же вообще кошмар какой-то был. Что у нас там по аптечкам-то? А, все нормально. Фу, блин, а жарко-то как. Быстрее бы лето закончилось. Ну, лет хорошо, конечно, но такая жара, я ее, честно говоря, не перевариваю. Я больше осень, весну люблю. А
Зима и лето в средней полосе. Это, по-моему, уже крайности. Либо мороз до минус 40, либо жара до плюс 40. Так, все. Тут мы подзачистили. А вот здесь уже стоит напрягаться. Все-таки разработчики этой игры хорошие люди. Really? It won't work unless all the cooling tubes are connected. Yeah, I see the two paths on the floating components. I think I can match them up with the right sockets. You'd better hurry. The GovSec is getting further away by the minute. I know, I'm going as fast as I can. Look, I'll contact you when I'm done. Короче говоря, нужно починить. Я говорю, разработчики игры, по-моему, очень хорошие люди. Ну кто же вот еще додумается светильник в невесомости расположить так, что он будет... То есть его отпустишь. Ой, ну не так бешено, конечно. Но просто вот когда вот они летают и вертятся и создают такое непонятное освещение. Это, по-моему, дорогого стоит. С фантазией подошли к делу. То есть большие-большие молодцы. Так, ну что, как тут она? Как чё? Силовой блок. Спасибо. Не нужно. Не стоило. Так, это что? А, опять светильник. Так, ну ладно. Давайте уже подлетаем. Снизу ничего нет. Явно не сюда, да? Вот сюда. Так. Ты вообще не в ту степь какая-то. Ты у нас пойдешь не сюда. И не сюда. И у нас пойдешь вот сюда. Отлично. Шо? Супер. Еще один. Ты у нас идешь вот сюда. И ты у нас идешь. Да, именно сюда ты идешь. Все в порядке, да? Так, включаем мы. Идем обратно, я так понимаю. Так, все, пошел процесс. А в первой части внизу открывался шлюз. Типа это как-то помогало. Так, ой, я не туда иду. Ну, подожди. Нет, оказалось. Нужно возвращаться, я думаю, обратный путь будет таким же веселым, как путь сюда. Поэтому давайте еще сохранимся. На Ишимуре, надо сказать, жить стало совсем уже тяжело. Они просто ордами прут.
Да, по 5000, что ли. Ладно. Вроде все тихо. На удивление. Элли, I've got the centrifuge online. I'm heading back towards the tram station. Okay. I've almost got us disconnected from the mag rail. Keep me posted. Что значит соединилось? Они же хотели на одну линию вывести и перепрыгнуть с одной рельсы на другую. Или там крепежи какие-то. Так, я думаю, обратно нам так просто выйти не дадут. Так, ну погнали. Ну да. Полезли. Сейчас прямо на меня упадет. Детишки, отлично. Хорошо, что патронов купил. Мне бы сейчас хана была бы. А так, может, еще побарахтаюсь. Побарахтаемся еще. Хрена вам лысого. Скотина, а ты-то откуда взялся? Да? Ой, у меня аж палец заболел. Так, ладно. Эпик просто попер, какой-то эпик. Ладно, все мои отработали мины. Не все хорошо. Я их очень умно расположил. Я просто мозг. Ладно, шучу. Я мега мозг. Так, ладно. Помогли, патрончики, помогли. Айзек, Стросс is starting to worry me. Listen, I would never. I would never. But son, daddy's not a murderer. Strauss, I would never hurt. He's not real. Yes, he is. You can't see him because you haven't taken the steps. Strauss, you will make put down the screwdriver. Step three. Yeah. Strauss, Ellie. Shit. Нормально. Как бы там ни было, у нас свои проблемы, у них свои. Объем. Шон. Так, ну что, мы сейчас на мостик направляемся, насколько я помню. И оттуда с помощью грави-захватов посылаем Ишимуру. Твою мать. А я знал. Я шел уже, но по инерции. Видел, что уже напарываюсь на него и не успеваю остановиться. Ну что ж поделаешь. Так, денег на новый костюм у меня, конечно же, по новой не хватит.
что в прошлый раз, что в этот. Схема силового узла, да. У меня вообще ничего нет, по идее. Надо бы закупить, кстати говоря. Так, что у нас тут? Голяк. Блин, а счастье так близко. Можно так, конечно, читерить. Но да нет, не тут-то было. На беду всем ньюфагам, которые говорят, да это не читерство, это же тебе разработчики дают. Ничего подобного, это как раз таки читерство. Самое что ни на есть махровое. Так, ну что? Ага, ну да. Нравится? Да ты не дохнешь, да, я смотрю? Ой. Вот ведь притворяется, а? Ну-ка, давай-ка мы тебе прочистим трубу. Не, нормально. А ты-то откуда? Плохо. Притворяешься, наверное? Нет. Третий. Да не может быть. Ладно, это слабый. Все, погиб. Пистолет у меня силов. Да что ж с вами? Прям не кончаются. Силовой резак у меня как раз на такие крайние случаи. А так в основном винтовочка меня выручает. Ну что, как в старые добрые времена. The bastard bit me. What? Ah, shit. Are you okay? Yeah, I'm fine. But he stopped talking. He won't look at me. How's it going at your end? And please tell me this plan is going to work. I'm almost there. I'm headed to the bridge now to activate the gravity tethers. Well, good. They're swarming in through a hole in the medical deck. At least you won't have to go through there. Unexpected obstruction ahead. Shutting down. Welcome to the medical deck. Crap. Приехали, понимаешь? Я люблю твой пенг. Так, только не медицинская палуба, я... Я ненавижу, ненавижу медицинскую палубу. Если есть какая локация в первом Dead Space, которую я ненавижу, так это медицинская палуба. Все самое плохое, что было в этой игре, все на медицинской палубе. И регенерирующий монстр, и вакуум вылетали, и, блин, ну... И морг, ну, что ж... Разработчики знают, как порадовать. О, ультрафиолет. Полное счастье, как говорится. Ой, знаете что, давайте-ка мы на этом прекратим эту серию. В следующую уже пойдем по медицинской палубе. Я сейчас маленько от игры отдохну, потому что у меня уже натурально пальцы болят. В последней серии пришлось очень сильно стараться, чтобы не умереть, в отличие от предыдущих. И пошел экшон, но при этом я начал уставать от игры довольно сильно.
Песика, вам кажется, что полчаса вот так вот без отрыва и говорить, и при этом еще нормально на все реагировать, это легко. Попробуйте. А я пойду отдохну. Надеюсь, вам понравилось, дорогие зрители. Увидимся завтра. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.